Мэр итальянской Падуи объявил, что распятия должны быть размещены во всех общественных зданиях города, передает информационное агентство АНСА. Массимо Бетончи, который принадлежит к партии Северно-антииммигрантская лига, сказал, что город на свои средства разместит хорошее обязательное распятие в каждой городской школе и офисе. «Руки прочь от распятий, или вы будете в беде», заявил боевой мэр на своей странице Facebook. В 2009 году Массимо Бетончи участвовал в сидячей забастовке и акции бесплатного распространения распятий. Она была проведена в знак протеста после того, как суд в соседнем городе Абано-Терми вынес решение запретить размещение распятия в школе после жалобы родителей одного из учащихся. В то время как в Конституции 1948 года говорится, что Италия – светское государство и все религии в ней равны, правительство никогда не аннулировано декреты, согласно которым распятия обязательно должны быть размещены в общественных местах. Эти декреты были приняты при фашистском режиме Муссолини. В Италии в подавляющем большинстве больниц, судов и школ висят распятия.